но ты должен излучать уверенность. И будто говорить мне своими глазами, я готов рвать. Хочешь это увидеть, иди сюда. Я могу сказать уже тогда, по ауре, по атмосфере. Когда ты не сказал еще ни слова, в этот момент я уже знаю, победишь ты или проиграешь. Я никогда не ошибался. Итак, то, о чем мы сегодня поговорим, это финансовые привычки. Привычки, которыми каждый должен обзавестись до 30. Они довольно простые, но меня спрашивают о них снова и снова, снова и снова. Номер один. Это топ этого хит-парада. Вы должны перестать покупать весь хлам, который вам не нужен. Для этого есть причина. Каждый запрограммирован. Общество программирует вас, реклама программирует вас, каждый программирует вас тратить деньги. Так работает все общество. В этом весь смысл капитализма. Вся идея о потребительских товарах и услугах в том, что вам нужно больше всего этого, ради которых вы берете кредиты. Все это плохо. Одна из самых больших статей расходов – это одежда. Вы покупаете так много хлама, который вам не нужен, и затем он просто лежит в шкафу годами, пока вы не дадите его кому-нибудь бесплатно. Вы потратили деньги впустую. И я говорю об этом, потому что если вы возьмете эти деньги и прибегнете к старому доброму способу, возьмете эти деньги и не буквально отложите их, потому что это вам ничего не принесет в банке, вы инвестируете. Вы берете эти деньги, которые не потратили впустую, покупая очередную пару кроссовок. Кофе за $5? Нет. Я говорил об этом всегда, что это совсем пустая трата средств. Начните откладывать по $5 в день, $10 в день, $50 в неделю. И вы будете удивлены спустя время, какая это будет сумма с учетом сложного процента. Под 6, 7, 8% в год. Это номер один, вы должны быть максимально осторожны с этим. Это не имеет смысла. Прежде чем я продолжу, вам нужно выплатить все ваши долги по кредитным картам. Я не могу сказать вам, насколько вы облажаетесь с процентами по кредитной карте. 17, 18, 19, 20, 21%. Не втягивайтесь в это. Не дайте этому произойти. Я не могу делать 18% на рынке, как это делают кредитные карты, удерживая с вас такие проценты, поэтому я владею акциями всех кредитных компаний, потому что они делают это за меня, но не позволяйте мне зарабатывать на вас. Это глупо. В принципе, вы должны выплатить ваши долги по кредитным картам, прежде чем сделаете что-то еще, потому что это лучшая инвестиция, которую вы можете совершить. Слишком высокий процент. Отлично, еще одна вещь, и этот атрибут нужно заработать. Другими словами, вы должны приучиться делать это и придерживаться этого. Нужно брать 10% от вашей зарплаты. 10%. Сколько бы денег это ни было после налогов, сколько бы ни вышло, и переводите их в инвестиционное приложение. То, в котором можно настроить автоматическое пополнение. Загрузите любое такое на свой телефон, привяжите карту, куда поступает зарплата, и заставляйте себя делать это. И это после выплаты долгов по кредитке, да? Потому что это гарантированно принесет вам 21%. Потому что вы выплачиваете то, что отнимает у вас 21%. Вы должны это сделать. И весь смысл этих 10% не в том, чтобы хранить их на сберегательном счету. Да, вы можете держать много кэша, вам нужно держать много кэша. В основном, чтобы хватило на 90 дней ваших обычных расходов. Это хорошая подушка на случай катастрофы. Но вы начинаете инвестировать. Вы индексируетесь на рынке, вот как это называется. Вы получаете корзину с акциями, и она работает на вас. Очень-очень важно. Не нужно делать ничего сложного. Самое сложное – дисциплина. Откладывая по 10% каждую неделю, и как только вы войдете в ритм и начнете видеть, как ваши деньги растут прямо на вашем телефоне, это интересно. Это очень интересно. Выплачивать свои долги по кредитным картам больно, но очень важно, потому что вы знаете, что облажаетесь. Хлам. Я уже сказал, не покупайте хлам раз 15, потому что я хочу, чтобы отложилось у вас в голове. Не покупай хлам, не покупай хлам, не покупай хлам, не покупай хлам, тебе не нужен хлам. Представьте, что маленький вы сидите на плечах. Я буду сидеть на ваших плечах и говорить, не покупай хлам, не покупай хлам, не покупай хлам, тебе не нужен этот хлам. Вот как вы сэкономите кучу денег. Давайте поговорим немного об инвестициях в себя. Что это значит? Это может быть что-то, что вам не хочется делать. Но, как говорят, вы должны потратить деньги, чтобы заработать деньги. И это правда. Вы должны инвестировать в себя. Много преимуществ от инвестирования в себя. Также много и вариантов, как можно инвестировать в себя. Это правда.
Возможно, есть навык, которому вам следует обучиться, возможно, улучшить или освоить. Различные инвестиции, правильные инструменты или навыки могут очень сильно помочь. Другими словами, вам нужно заниматься собой, найти то, что вам нравится делать. Возможно, это будет подработка, возможно, это что-то, что вы будете делать ночью. Но вам нужно обучиться этому. Прямо сейчас, если вы можете заниматься цифровым маркетингом, это очень востребовано сейчас в экономике, потому что цифровизация охватила всю нацию. Все компании, большие и маленькие, пытаются понять, как совершать продажи напрямую клиентам. Это такие наборы навыков, как понимание алгоритмов в социальных сетях, фото, видеоредактирование, написание текста, веб-дизайн, анимация. Все эти вещи были набором для голодающего художника. Голодающий художник, помните это? Они больше не голодающие, потому что все изменилось так, что эти навыки очень важны в новой Америке 2.0, которая вышла после пандемии. Так что эти навыки могут быть изучены, порой просто натренированы. Можно посещать онлайн-курсы или даже отправиться в вечерние школы. Эти школы открываются осенью, так почему бы вам не попробовать эти вещи? И обучиться этим навыкам в добавлении к работе, которая у вас уже есть в качестве подработки, в этом нет ничего плохого, это может очень-очень сильно помочь. Поэтому важно инвестировать сейчас и чему-то научиться. Позвольте рассказать вам историю. Я думаю, вы найдете ее интересной. Вы знаете, что я с шоу «Акулы бизнеса», так? Послушайте, что я скажу. Я занимаюсь этим уже 13 лет. Когда люди приходят на шоу, они сидят прямо передо мной. Правильнее сказать, стоят. Они стоят передо мной. И чего вы не знаете? Это то, что перед началом их выступления у нас есть такая камера, которая подается сверху на такой большой стреле. И у нас есть парень со стедикамом, на котором было закреплено много камер, чтобы он мог ходить вокруг со стабилизаторами, и вот этот известный момент, когда вы видите участников, и потом их продукт перед ними, вот этот момент съемки со стрелы и стедикама, показывающий начало презентации, когда они еще не сказали ни слова, и менеджер им говорит, чтобы в этот момент они ничего не говорили, просто стойте, пока мы это снимем. Порой это занимало минуту, порой две минуты. И позвольте сказать, что я делал в этот момент. Я перед ними. Сижу на этом стуле вот так. Я смотрю прямо в их глаза. Я не моргаю, не отвожу взгляд. Я просто смотрю на них. Просто вот так. Не отвожу взгляд. Если вы смотрите внимательно, можно увидеть, как я это делаю. Я не перестаю смотреть. Зачем я это делаю? Я хочу видеть, что происходит. И я скажу вам, что я понял. Я делал это тысячи раз. Тысячи раз. Я могу сказать уже тогда, по ауре, по атмосфере, когда ты не сказал еще ни слова, в этот момент я уже знаю, победишь ты или проиграешь. Я никогда не ошибался. Никогда. Ты еще не сказал ни слова в своей речи, а я уже знаю, уйдешь ты с миллионом долларов отсюда или с пустыми руками. Как я это делаю? Все в ваших глазах. Как вы показываете свою уверенность? Это то, как вы смотрите и чувствуете себя. И как вы показываете это прямо из своих глаз. У вас есть только один шанс в вашей жизни, чтобы произвести первое впечатление. Вы должны излучать уверенность. Даже если вы нервничаете. Конечно же, вы в акулах бизнеса в первый раз. Вероятно, ты жутко волнуешься. Но ты должен излучать уверенность. Ты должен смотреть прямо в глаза. И будто говорить мне своими глазами. Я готов рвать. Хочешь это увидеть? Иди сюда. Это уверенность. Вот что важно. Вы должны делать это каждый день своей жизни. Всю жизнь у вас будут ситуации, когда вы будете входить в комнату, и никто не будет знать, кто вы, как вы выглядите, как вы чувствуете себя, как вы показываете эту уверенность. Вот что для этого нужно.